Всем привет! С вами King Game Fox, и это Sleeping Dogs Definitive Edition. Мы продолжаем прохождение замечательной игры. Ну что ж, в прошлой серии мы там зачистили, по-моему, одну камеру наркокраха. Вне серии я ее взломал на этом нашем компе. Теперь пойдемте выполнять всякие задания. Что у нас тут есть? Камикадзе. Камикадзе. Это, наверное, какая-то гоночка. Так, я предлагаю немножко переодеться, что ли. Ну, допустим, давайте какой-нибудь костюм. А! Ну, это... Как-то вообще не подходит. А вот этот неплохо. Можно немножко в нем походить. Да? Давайте прогуляемся немножко в этом костюме. Так, я предлагаю вначале вернуть нефритовую статуэточку нашему мастеру. Давай вот эту. Че он сказал? Блин, этот наркокрах, он очень сложный, сука. Я даже его побаиваюсь выполнять, потому что, скорее всего, меня прикончат. Так, ну-ка, эй, таксист. Стой. Вот так вот. Короче, берем такси и отправляемся в North Point к нашему учителю. Проваливай. Ну что ж. I found one of your statues. The horse. Good work, Wei. You don't look well, Wei. Is everything all right? No, Sifu. What do you plan to do about it? It is what it is. So if your punches are weak, that means they're destined to be weak? Or is it true that through practice and concentration, you can change? Some problems are harder to solve than a weak punch, Sifu. Watch my students for a minute. You may change your mind. Окей, сейчас изучим какой-нибудь приемчик новый. Так, а мы можем изучить только вот эту хрень. Хотя это мы уже умеем. Но будет просто повышенный урон. Я так понял. А чё? Вот так вот. Враги будут уже улетать после такого приема. Ну давайте, мальчики. Да блин, Уэй, ты потерялся, сука, не в ту сторону машешь. Отвали, мальчик. Да чтоб тебя, я же нажимал. Че, все? Нет? Я думал уже все. Как я ему втащил. Красиво. Ну что ж. Усовершенствовали. Мощный удар ногой с разворотом. Ну и чудненько. Так, давайте глянем на карту. А у нас тут есть полно мини-квестов. Давайте-ка парочку выполним, прежде чем пойдем на главный сюжет. Ну что ж, погнали сюда. Шаолинский переполох.
Кстати, блин. Надо будет зайти, наверное, в этот... На рынок. В рынке там костюмчики закупиться, новые костюмы. Посмотреть, может, я еще могу что-нибудь приобрести. Или я уже все закупил, путевое. Я не помню. Надо будет сходить. Ага. Сейчас будет файтинг. Ух. Ты что там кривляешься? Руцы или как там? А, блин. Ух ты. Они еще сопротивляются. Блядь. Ну чё стоишь-то? Нападай. Гандон. Вали. Вот так вот. А, сука. Ну? Не тормози, сучонок. Иди сюда. А, блядь. На. Ах ты, сука. Давай, сволочь. Офигел. Ты, сука, сказал. Иди искупайся. Вот так вот. Все? Да ладно. Это было слишком просто. Эй, чё вы стесняетесь-то? Давайте, подходите. А! Тихо. А, блин. Отбивает, сука. На. Иди сюда, сука. Вот так вот. А тебе вот так вот. Молодец. Ух. Хорошо. Так, мне надо еще четверых. Я так понял. Да? Я же правильно понял. Вы где? Что там делаете? А, сука. Ну, кто первый? Блин, молодец. Сука. Да хорош кривляться, вы чё? Нападайте. Оп. Иди его сюда. Блин. На, сука. Ух ты, ну ты красавчик. Ну а ты что там танцуешь? На. Давай, свод. Блять. Сильно крутой, что ли? О, не справился. Ну и что? Твои действия, сынок. Так, еще один монах. Где же он? Где ты спрятался? А, ты в храме прятался. И я тебя понял. Оба-на. Это что, ловушка? Какого хера? Нифига себе. Уже 40. Ха-ха. Вы издеваетесь, что ли? Ух, кажется, будет весело.
Фига я разошелся. Короче, я походу всех с одного удара херачу. Это слишком легко. Ух, по морде. Нокаутировал с десяток монахов, 50, если быть точнее. Ну ладно, немножко размялись. Все. Теперь давайте-ка по-бырому сгоняем вот сюда. Я хочу посмотреть на костюмы. Упс, тихо. Одна. Это бывает. Все нормально. Упс. Так, ну что, мы приехали. Какие-то листовочки тут раздают. Давайте глянем, что мы там еще можем. Ни хрена не понял, что он там сказал. Готовые костюмы. Ха. Ну, не знаю. Мне не нравится. Это вообще хрень собачья. Собачья. Это у нас есть. Угу. Ха, Хитман. Нет, Хитманом быть не хочу. I am counting down the days to retirement. My wife nags me to quit every day, but my stock is so good I just can't give it up. You buy everything I have, you make her very happy. Хрен с ним. Так, что там у тебя еще есть? Ну, в принципе, ладно. Все. Нифига. С мечом будем. Так, интересно, если мы шляпу, может кинуть шляпу посмотреть? Подожди. Что у тебя есть насчет шляп? Маска. О, какая-то маска есть. Это у нас тоже есть. Но это... Это вообще смешно, смехотворно. Так, чисто по приколу может так если надеть. Нахер. What? You living with same clothes? You got no mirrors where you live? Да, 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 да. Ладно. Здесь вроде больше ничего такого я не вижу. На мини-карте я ничего путного я не вижу. Ладно, сваливаем. Я предлагаю выполнить еще мини-квестик. Вот этот. Сопровождение союзника. Вот, блин, прямо в дерево. Ну, прекрасно.
тихо, парень. Ух ты. Так, ну давайте сопроводим союзничка. Чё? Чё такое, друг? Рассказывай. А, Дюк. I look nasty. You okay? Never mind that. You have to help me. What do you need? Get a car and get us the hell out of here. А машину, так, поехали. Ух ты! Чёрт, кажется, сейчас что-то будет. Блять, нас, нам что, стрелять надо? Походу, да. Сука! Нет, ну лучше по колесам. Блять. Ну я, конечно, стрелок тут еще. Все, нам, походу, нам уже крыло. Блин. Это подзарядка не. О, полетел. Ты сдохнешь или что? Это жесть. О, наконец-то. Как-то это на все коряво получается. Отвали. Я сказал, отвали. А, сейчас будет жесть, походу. Полетать никто не хочет. Ой! Извиняюсь, я не специально. Наконец-то. Блин, я сейчас всех поубиваю, к черту. Да. You better stay out of the territory. Да, блин. Slow-motion все. На медленную. Ну, стреляй. Во. Стопэ, сынок. Так, где все? Ни хрена не все. Это только начало. Тихо. Все? Thanks, Wei. You saved my ass. Сидикина. Ладно, давай, Дюк. Удачи тебе. Ну что ж, у нас что? Почти 9 уровень уже авторитета. Так, что у нас по заданиям? А, блядь. Оказывается, нам нужно еще нефритовую статуэтку отдать. Целых 2 штуки. Хо-хо-хо. Ну. Давайте тогда отдадим. Я что-то сразу даже не понял, что нужно 2 штуки отдать. I found one of your statues. Tiger. Tiger. A tiger. Must have been hard to fit in the States, moving at that age. Yeah, it takes a while. Eventually you kind of become a different person. I think a lot of people do that, even if they don't move. Ну что, круто. Осталась последняя статуэтка. Is to remember always who you are. And maybe what it is that you're doing. Be in a culture without being of it. What would you like to learn? Ну что ж, изучаем последнее доступное. Двойной удар ногой в прыжке. Ну... Ну это, наверное, скорее всего... Вот так вот, да.
Ну, это прием так себе, конечно. Мне не очень нравится эта хрень. Вряд ли я им буду пользоваться. Иди нахер. Получи, сволочь. Ну подходи, чтоб вас. Отлично. Ну теперь, дорогие друзья, можно отправляться. Ага, ну да, понятно. Теперь отправляемся на сюжетку. Похорон. Ясно. Поехали на похороны. Мы будем хранить дядюшку. О. Главу триады. Это что там? Так. О, стоп. Девочка. А ну-ка. Сделай-ка мне массажик. Escape from all your troubles, baby. Relief is just a few steps away. How can I say no? Wow, I think this is going to be fun for both of us. Что-то немножко заблудился. Come back soon, baby. Разумеется, как-нибудь обязательно. Поехали. Оп. Так, опять этот квартал с бандюгами. Тут их полным-полно. Так, ну кейс я у них забрал. Ах ты сволочь. Ну ты попал. На! Чё ты хотел? Ты что ты хотел сделать? Приятель. На тебе! Ещё сопротивляется, гад. На тебе! Это все? Все, что ты можешь, говнюк? Легко. Эй, мальчики. Не хотите помахаться? Вперед, смелей. Ну, а, пошел нахрен. Страшно, да? А, упал, слабак. Не выдержал. Красавчик. Ну давай, толстяк. На тебе новый приемчик, а? А ну-ка. Вот так вот. Ну это было на изи вообще. Ладно.
Мне как-то легче стало. Погнали. Небольшая разминочка. From Brazilian beat adventurer Amon Tobin and Joe Double Click Chapman, known collectively as Two Fingers, titled Chem and Rhythm and Jules and Gems. Спокойно сказал. Блять, что там такое? Блин, опять в багажнике. Я же уже что выполнял. Там что, опять будет голая баба, что ли? Эй. Are you okay? Were you kidnapped? No, I wasn't kidnapped. Frank's my husband. What are you doing? Creep. Mind your own business next time. Getting to the point where mature adults can enjoy themselves in public. Frank? Frank! И завязывай, девочка. Ху-ху. У нас повышение. Следующий уровень авторитета. Эй, девочка, тебя подвести? А? Что-то даже... Я думал, я смогу ее захватить. Нет. Не получается. Блять, садись, ой. Какого хера он не садится? Не понял. Что за баг? О. Видимо, это квестовая машина, и я в нее сесть не могу. Погоди, я правильно иду-то вообще? По-моему, я не в ту сторону. Да нет. Вроде в ту. Ладно. Продолжаем. Угу. По ходу дела надо высматривать алтари. Там статуэтки. Ну, статуэтку-то я вряд ли увижу, конечно, потому что у нас только последний уже осталось. Вот алтари должны быть где-то. Тихо! Блин, 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 стоп. А, ну что ж, мы приехали. Нифига себе. Так это же полицейский участок. Какого хера? Way, good to see you, man. Thanks for picking me up. You joking? Of course I'm gonna pick you up. You're my boy. You okay, Jackie? They treat you all right in there? Yeah, I'm okay. I got lucky. Someone convinced Ming's brother to say it was alone. Was that you? Nah, I wish I thought of it, though. Some lady cop wanted me to turn snitch. Tang something or another. I told her she could go fuck herself. Smooth. You heard about Uncle Poe, though, right? Yeah. When's the funeral? Soon. We should go get ready. Mm-hmm. Let's go. Man, I can't go to a funeral like this. I look like shit. I need a suit or something. All right, we'll pick something up. Ну что скажешь о моем новом прикиде, Джеки? Отлично. Пойдем. Оба. Отлично вошел. Hey, so what's the deal with that cop? You know, the lady. Says she wanted to help me turn my life around or something. Said if I started snitching, she'd help me out. Anyways, man, forget that bitch. Так, мы приехали.
Ага. Ладно, пойдем переодеваться. Джеки, пойдем. Сейчас, наверное, какой-нибудь смокинг оденем. These are the latest. Perfect for you. Elegant, but not too flashy. Ну, неплохо. Но я бы что-нибудь потемнее одел. Sucks that I have to get it for Uncle Paul's funeral. Не больно, это траурно выглядит. Я бы черный лучше одел. Какого хер? Джеки! Ты что делаешь? Не понял, ты что, заменяешь его, что ли? Отойди, Джеки! Блин! Ты что? Ты что творишь, эй, мужик? Бавцы. Ну-ка. Дай-ка мне пару штучек. Отлично. Я готов. Джеки, погнали. What happened to Uncle Poe? Don't think anyone knows yet. Yeah, I bet it was the 18K. We gotta make those assholes pay the Panlanya. If it was, it'll mean a war. Shit. Used to be I'd think that was cool. Now, man, I'm not so sure. But one thing about prison, gives you too much time to think. Yeah? I don't know about this life anymore, you know? I mean, it's not like I'm cut out to do anything else, but sitting in there, shit. Now we're going to a funeral. Where's the future in this shit, you know what I mean? Yeah, I do. Been thinking about that myself lately. Might be time for me to make a change. Maybe going to business with Jill May. Nothing big, but what the hell? Maybe all that talk about being a big deal was just... Так хорошо шел. What, bullshit? Oh, shit! Whoa! Да ладно. Там, кстати, камера была на мини-карте. Да блин, жесть какая-то. Не дают мне дорогу. Тихо. Спокойно, спокойно. Не спешим. Потихоньку. Фу-фу. Да. Тихо. Ладно. What the fuck are the 18K doing here? They're here to make a show. Or maybe to start a fight. All the Sun On Yi leaders are here in one place. I don't think they expected the police to be here, though. Never been happy to see the cops before. Hey, where the fuck is Sunny? These people, they're fucking arresting him! Sunny Woe? I've been looking forward to this moment for a long time. Yes, and it will make you look so good to your bosses. They might even pat you on the head like an obedient dog. Right up until the time that I walk. Again. Not this time, Sonny. Come on. Don't get your fancy shoes all muddy. Let's go, boys. We got what we came for. We're leaving. Hey! You! You
can't do this here. It's a fucking funeral. Goddamn police! Why don't you show some fucking respect, huh? Why don't you? The 18K are about to do this city a great public service. And anyone who stays here deserves everything they get. The cops are leaving? What the... Ладно, дорогие друзья. Продолжаем. Fuck, the 18K are gonna... This is gonna get bloody. Come on. Shit, here they come, man! Show these motherfuckers what it means to be son of Yi! Началось веселье. Блин, что-то слоумошно. Не получился. Пошел ты. Вот так. Надо целиться по голове желательно. Отлично. Но, блин. Триаду надо копить. Триаду. Херово, конечно. Оба-на. Пошел ты. Ты тоже. Ух. Slow motion. Ух, сколько вас, а? Твою мать, все рассыпается, черт, пиздец. Джеки, держись. Гранейт? Блин. Жесть. Просто жесть. Что ж такое? Чему я не могу попасть в голову? Пошел ты. Сука, неудобно еще. Ни хрена. Пошли все. Все. Ни хрена не все. Stay here. I'm gonna flank them down. Так, может что-нибудь другое взять? Например, вот эту хрень. Что там? А, из гранатомета, наверное. Фигачит. Ну ладно, пойдемте. Надо снять гранатометчика, наверное. Чертов пендрю. Сволочь. Пошел ты. Денюшки. Отлично. С этим оружием уже поудобно будет стрелять. Тихо-тихо. Отлично. Ух ты. Ха-ха-ха. Все. Вперед. Ух, какая команда. Оба-на, последняя статуэточка. Yes. О, черт. Сейчас что-то будет. Блин,
Еще и подкрепление, сука. Блин, это всех сторон херачит. Что такое? Вы сдохните или нет? Может взорвать вас всех шлёпок? Вот так вот, сука. Съели. Куда пошел? И я тебя не отпускал. Что там? Что они там болтают? Я ничего не понимаю. Ты еще живой, сука? Я же тебе в голову попал. Ну, делай. Отлично. Вау. Солнышко. Так. А, можно взять пистолет? Я хочу совершить комбо. Блин. Есть у кого пистолет? Погоди, погоди. Давайте вот так вот. Так, я хочу попробовать сделать комбо с оружием. Не знаю, получится у меня, нет? Но я рискну. Блин, не получилось. Давай. Черт, ну ладно. Эй, полегче, сынок. Ух, прямо в ногу. Look, we can't let this go on. We have to deal with 18K and with the police. We need a plan. Where's Tuchin? He's in seclusion. Seclusion? He's in a hotel somewhere, riding the white tiger, that fat fuck. Perhaps you are right, Brother Lee. With Uncle Po gone, we now need a chairman who can lead us through this. Finally, you're making some sense, Chuck. I am the strongest. I am the most feared. I say I should be chairman. Perhaps temporarily. We should go with... Wait! We need to have a proper election. That is the way it has always been done. It's the Sanonyi code. Ha! You, a woman, talking of code. You should never have been allowed to be Sanonyi. But I was. And my contribution to this organization have been significant. With respect, I have to agree with Sister J. We need to restore stability and order, and that means clear thinking. We should follow our tradition. Our tradition? You've only been on Sanonyi for a short time. What do you know about our tradition? Nevertheless, Sister Jang and Brother Shen are correct. Fine. We'll have the fucking election. But I'm warning you here and now. Making anyone other than me the chairman will be disastrous for Sanonyi. Everyone has a vote. Our tradition allows... Fuck the tradition! Ricky! It's out. Ну ладно. Паренек немножко на взводе был. Ну, триаду мы, конечно же, они накопили. Потому что стрелял я очень херово. Ну что ж, неплохо. Статья, костюм и бабло. Так, Конрой, дружище. Так, нужно встретиться в Нортпойнте срочно. Ага. Небольшие проблемки. Ладно.
Так, давайте-ка сразу переоденемся. Не хочу этот костюм. Я хочу что-нибудь более крутое. Например, вот этот. Вот это костюм да костюм. Я понимаю. Отличный костюмчик. Так, ну что, дорогие друзья, на этом эту серию мы закончим. Продолжим мы, как обычно, в следующей. Всем спасибо за просмотр. С вами был King Game Fox. Всем удачи. Всем пока.